перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. После обеда я чуток покемарил, а проснулся в проклятой деревне Санта-Клауса. Вот к чему? Что плохого в том, чтобы украсить дом? Проникнуться праздничным настроением? Но дом-то не ее, так? Ну, не ее. А чей это дом? Как дела, ребята? Ладно, я с ней поговорю. Погоди. Что? После ужина, идиот. У кого осталось место для еще одного эклера? Мои давно расстались. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела, ребята? Долго не виделись. Идемте в гостиную, будем петь рождественские гимны. Начинается, да? Читали мой пост в Инстаграме, да? Я не смогу. А я без штанов. Ребята, что это? Альбом очень скоро, ребята. Осталось совсем недолго ждать, скажем так. Саня мчатся под уклон. Привет, Урал. Этот гимн не знаю, но симпровизируем. Что, о чем будем разговаривать? Давайте, спрашивайте что-нибудь. Тюмень, привет, конечно. Нет, нет, нет. Этих. Привет в Курган. А что не так? Донор и Блицен не на своем месте. Без уродов никак. Я хочу будущее, постарайся заполнить. Привет в Одессу. Хорошо. Донор Блицен. Алтай, конечно, Украина. Я понял. Германия. Ижевск, конечно. Нормально, настроение новогоднее. Купил сегодня ракеты с сыном, бомбочки. Будем взрывать пердаки уёбкам. Привет в Крым, конечно, Белгород. Да, второго ждем, да. В феврале родится второй сын. О! Уфа. В Казахстан привет, конечно. Новое говно очень скоро будет, ребята. Как назовем? Ну, пока думаем, Миша. Самое нормальное. В Минск привет. Насчет трека до Нового года. Посмотрим. Может быть, будет настроение подогнать вам новогодний подарочек. О, ребята, когда куда приеду, не могу сказать. Это, этим я занимаюсь. Скажи по-немецки, пиздец. Это типа с немецким акцентом. Что за фильм смотрю? Я не фильм, я как бы сейчас дома зависаю. Смотрю 2,5 человека, как бы, да? Мой любимый сериал. У Артема все хорошо, говорю же, вчера с ним виделся. Играли, общались. Занимается спортом. Он, кстати, Facebook удалил свой, потому что его заебали. Думаю, в следующем году. А, Богдан, привет. Не знаю, где, чью страницу ВКонтакте. ВКонтакте где-то? Не знаю. А я что сказал? Ты вообще меня слушаешь? 31-я неделя у Тани. Ой, бля. Да, 31-я неделя. Он не придет. И каждый год
Насчет Артема я не буду ничего пока не говорить, просто. Не, ребята, меня никто не заебет. Заебутся, заебывать. Да, об этом уже говорил с Димой Буйцев вместо. Может, подумай, может, еще клип на этот трек запишем. Сделаем с ним. Фотки с классом, не знаю. Что вам хочется, фотки с классом? Нет, я не смотрю Версус. Если только оригинальные из Америки. Всем по лакомому кусочку. Как к езидам отношусь, круто. Был сегодня, заходил в мой любимый кальян-бар к моему другу Кеннону. Название сериала 2,5 человека, ребята. В Казахстан обязательно приеду, да. Не думаю, что Артем пойдет на батл. Английский? Немного хватает, чтобы общаться с некоторыми людьми. Все круто, спасибо. Ну, Артема, конечно, победил в дартс. Мне кажется, скриптонит самый крутой в этом жанре, как бы, ну, самый оригинальный. Кстати, недавно сидели у пацанов и слушали скриптонита. Почему так тяжело дышу, не знаю. Наверное, сижу неудобно. Не, русский не знаю. За одним исключением разжиться деньжатами вам тут вряд ли удастся. Сохраню ли эфир? Может быть, посмотрим, наверное. Так вот, вчерашний вечер я провел со своими долгами. Не, Артем вчера не пил, чай пил. Передаю привет другу Паше. Затрудняюсь ответом. Привет, привет. Над всем работаем, ребята. Просто сейчас времени не так уж много. Все свободное время. Обрабатываю треки, свожу, записываю, пишу. В Минск привет. Сезон, что ли, сериала закончился. Дальше. Чем Артем занимается? Работает все еще. Живет. Говорю же. Я не закрыл слово «мамбл». Я его просто пичивал вниз таким голосом. Мне еще, сегодня еще ничего не курил, ребята. Еще не время. Будут разные треки, ребята, всякие. Треки, которые мне по душе, которые я сам делаю. Да, Тань, прямой эфир. А что, ты хочешь поздравиться? А, ты мой прямой эфир смотришь? Круто. Моя жена на кухне смотрит мой прямой эфир. Сколько у нас времени, я не знаю, наверное. Сейчас посмотрю. 15 минут 10. Вы можете выслушать. Похоже, я трескался. В кальянке что за Dark Side? Это типа. Типа такой сорт табака, наверное. Я не знаю. Я все время курю там что-нибудь Lemon Fresh, чем и такое. Таня, тебе привет!
Чарли, скажи маме, что нам сказал. Нет уж. К Дудю? Почему бы и нет? Не болтливый врач? Нет. Сумочка под ключи? Что? Это не дом, это квартира. Не, не моя. Во, прикольно. В Корее. Давай продвигай меня там в Корее. Не, это не последний альбом, ребята. Я решил, что нахуй бросать, что тут делать надо все. Мне похуй, кто что пишет про меня в инсте и говорит. Не, Тесла тоже не моя. К какому Конору? К Макгрегору? Крутой чувак, нравится мне. Узбекистан, привет Узбекистану. С топором, не знаю, давно не общались. Да, сыну уже 4 года будет, 10 января. Здоровый, слоняра. Грюсенах Брауншвайг, братан. Ни Адиса на Оксимирона не будет. Да, Big Baby Tape, хуйня ебаная вообще, блядь, прыщавый урод, нахуй, ну поха. Неспешные отношения. Неспешные, как кетчуп. Почему игнорирую вопрос про Джинекс? Потому что не общаюсь с ними давно уже. Нет, ну у тебя головой жизни прыщавого карлика, так? Я ебу, что ли, что они все от меня хотят, блядь? Мне поха. Я просто эту всю хуйню игнорирую, мне насрать, понимаете? Видите, они хотят что-то от меня, если они пизда там пишут в Инстаграме, блядь, свои сраные посты, а мне поха. Пусть хоть, блядь, зазалупаются, блядь, до посинения или почернения, ебаные придурки. Был в Польше пару раз, нравится мне Варшава, крутая, крутой город. О, нормально там кто-то вопрос настрочил. Этого я и боялся. Да, я с Шоком дружу, поэтому мы с Шоком записали на мой альбом фит, ребята. Объяснить, как начать делать рэп. Ну, вообще никак. Лучше не делать рэп. Да, с Димой у нас все ровно. Не, фита с Джонни Боем не будет. Ну, привет в Нижний Новгород, родина. Хорошо, это радует. Слушай, раз уж мы заговорили. Да, в шапке ходил, прическа помялась. Вообще, я сегодня хотел в парикмахерскую сходить, надо, бля... приукрасить себя к Новому году, подстричься, бороду побрить. К барберу хотел, но не успел, блядь. Опоздал на пару минут. Здоровье у меня все, со здоровьем все хорошо. Говорю же, Артем хорошо поживает, выглядит хорошо, здоровый, тренируется, ведет, наверное... питается правильно, не знаю, что вам еще рассказать. Привет в Плавицу. Закинул. Пойми, это здравое, продуманное предложение. У многих народов подушина служит для выявления, улучшения романтических отношений. Не перечеркивать культурные традиции каким-то... Я пошла домой. Не знаю, ребята.
что будет, что не будет. Что-то будет обязательно. Так что... Нет, неправда. Алёха меня не называет. Он называет меня Иван по имени. Что за шум? Наш первый скандал. Из-за чего? Я просто предложил, раз мы не пили... Иногда с Витя СД переписываемся там. Ну, редко. Ну, только по важным вопросам. 6ix9ine хуйня, блядь, последняя. И педофил сраный. У меня на студии можно записаться. Да, можно. Ну, только записаться, сводить и все такое. Будет должен кто-то другой, потому что у меня тяги на это нет. Как отношусь к Гуфу? Не знаю, нормальный чувак. Ничего не могу плохого о нем сказать. После Версуса даже зауважал как-то больше, чем раньше. Просто Гуф честный человек и говорит все... Как, что думает, это все, вот, мне, в нем мне это нравится. Бля, я же не их босс, чтобы запрещать кому-то общаться с кем я, блядь, в конфликтах. Ебать, я же не их шеф, я же им деньги не плачу. Пиздец, вы спрашиваете меня про людей, блядь, про которых я уже давно забыл. А, вписку с Гнойным и Замаем вчера, кстати, смотрел. Прикольно. Крутые ребята, привет им. 13 лет брака я что усвоил, так то, что извинений без унижений не бывает. Мы с Мией не женаты. Как отрастить бороду? Надо сначала дорасти до того возраста, когда она начинает расти, а после отращивать. Не знаю, ребята. Вот эти все старые треки, короче. У меня же была, короче, у меня наебнулся жесткий диск в компьютере, короче. А другой разъебал мой сын. Поэтому весь старый материал и все, что было, короче, пропало. Когда в Киев? Не знаю, наверное, уже в следующем году только. Привет, привет городу Львову. Какой свой трек я считаю лучшим? Ой, ебать, все, наверное. Короче, не хочу ничего говорить о людях, с которыми я больше не общаюсь и, наверное, никогда не буду. Так что это все в прошлом, мне это все не интересно больше и все. Я смотрю только в будущее и в будущем будет намного лучше. Зачитай что-нибудь. Давай прочитаю тебе какую-нибудь историю из книжки моего сына. Силу Тагаева, привет. О, сейчас на днях на студию это как бы это. Не получится, потому что я в этом году туда больше, наверное, не пойду. И надо посмотреть там, кто ребята, кто записывает, я не знаю. Потому что студия это не только моя. Треки будут. Не знаю, может быть еще в этом году, но в следующем году дохуя треков будет. Может даже в начале года. Да, с наступающим. Привет, Саша, если уже миллион раз просит. Кто самый лучший в русском рэпе? Конечно, я, ребята. Да, будет клип. Будут пару клипов охуенных, на которые мы уже... которые уже подготавливаем, все такое. Да, мерч будет тоже новый, прикольный. Все сделаем, все подготовим просто. С Гнойным фиток. Я бы не отказался, как бы, да, это все от слова самого зависит. Вот почему ты осталась без вафельницы. Два с половиной человека смотрю. Третий сезон. Могу даже сказать, какую серию, если вам интересно. То, что я снова стану самим. Если
Да, привет в Гамбург. Недалеко от меня, кстати. Не, с Гнойным ни разу не общался. С Замаем переписывался там два раза, наверное, на Твиттере. Да, я в Германии. Что было не так уж давно? Да, я обещал интервью, когда будет 20 штук подписчиков на Ютубе. Не знаю, будет, наверное. Конечно, я люблю жену и детей своих. Как иначе, единственные люди, которых я искренне люблю. Привет селу Репное, по-братски. О, привет. Was geht, Schüssel? Покажи квартиру и сколько комнат и этажей. Ну, во-первых, в одной комнате спит мой сын уже. И сейчас как бы не очень хочу вставать. Так удобно сижу. Айран, прикольная штука. Молодцы турки, что придумали эту штуку. Не, Артем недалеко живет, не знаю, сейчас посмотреть на Google Maps, не знаю, может, метров 800-900, может, километр. Телефон. Подожди. Сейчас покажу вам мой зал. Вот. Здесь я иногда делаю ему зоны. Вон там елка стоит в углу. Ребята, сегодня пятница, вечер. Я не думаю, что Артем дома. Он может быть в каком-нибудь баре сидит, я не знаю. Ёлку не видно, что ли? Вон моя красивая ёлка, которую наряжал мой сын с женой. Коридор, короче, вон моя кухня. Пельменьки вон готовит Танечка. Смотрит меня вон, короче. Вот так вот. Ну, другие комнаты я вам не буду показывать. Я говорю, в одной комнате, ну, в комнате сын спит в своей комнате. А я вот сижу, смотрю сериал. Не, вы что, ребята, у нас нельзя рубить елки, бля, это же, вы что? За это в тюрьму посадят. Так что, прикиньте, какой я буду гангстер, если я срублю елку, меня посадят в тюрьму, блядь. Что я там буду рассказывать? За елку сел, да? Да, мы дома на русском разговариваем. О, да, Таня сейчас там, такой у нее прикол готовить, там, пирожки, беляши, пельмени, все круто. Не, Артем не женился, где бы такую информацию слушали? Не, Артем встречался очень долго с одной девочкой. Ну, конечно, Таня знает немецкий язык, просто
Если ты живешь как бы в стране, ты же должен знать этот язык. С кем я бы хотел фит? Я бы фитанул с DMX. Недавно слушал его старые треки, короче, очень прикольно. Ну, у нас в Германии русскоязычных жителей, я не знаю, 5-6 миллионов. Конечно, к нам хорошо относятся. Мы же освободили эту страну от фашистов, как бы, да? У Артема у самого нету ребенка. Это как бы его сводная дочь. Я же говорю, я ебу, что ли, что они хотят от меня? Я от них ничего не хочу, блядь. Пусть они все от меня отъебутся, блядь, уроды эти. Так что... Пельмешки, конечно, со сметаной, братаны. Да, мой сын хорошо знает русский и немецкий. О, вон, нормальный вопрос чувак задал. Вот, как тебе нас? Вот, нас охуенно вообще, блядь. Круто. It Was Written, блядь, это самый охуенный альбом. Ну и там и другие, по-моему. Нострадамус еще нормальный был. После так в себе, не, ну, не очень мне нравится. Но вот старый альбом от нас вообще охуенно. Ты пьешь на Новый год? Не каркайте. Конечно, Таня украинский борщ варила. О, Jesus тоже круто, мне нравится. 187 Jesus. Слушай. Нет, ребята, не работает. Только рэп хуяря. Вон. Один и тот же вопрос уже 10 раз. Нет, ребята, альбом на Новый год не выйдет, так что там я вас расстрою. О, видишь, как подходит, блядь, вот в следующем году альбом на, в год свиньи, короче, вообще прикольно. Азилянты, да, заебывают. Завердер, конечно. Уже, наверное, сколько мы здесь сидим, общаемся? Ну, не знаю, наверное, уже 10:30, наверное. Почему мне не нравится новая школа? Не, ребята, я не понимаю, если, блядь, пацаны выглядят как бабы, блядь, стонут как бабы, там, как будто, блядь, в жопу их трахают, блядь, такая дешевая хуйня, блядь, вообще не знаю, блядь. У меня рифмы даже в самых первых треках тогда, когда еще хуево разговаривал на русском, лучше были, блядь. Пидорская одежда, нахуй. Не знаю. Просто... Все, проехали, короче. О, Продиджи, вообще круто, блядь. Люблю этих ребят, блядь. Какое пиво люблю? Золотой Бэкс только. Изи охуенный чувак. Ну не знаю, на Западе, бля, я не знаю, это новая школа, я думаю, блядь, самая такая пидорская только в России, блядь.
И тем более они еще, блядь, все с запада слизывают, только еще это еще хуже делают, как бы. Из новой школы я говорю, на западе мне только Black Hippie нравится, J-Rock, вот это вот все. Kendrick. С каким боссом? Я просто не понимаю вопрос. Кто такой босс? У коллеги был на концерте, у Сэмми Делюкса был на концерте. На большом немецком фестивале был. Было круто. Да, в последнем предложении малость загнул. О, альбом Эминема вообще прикольный, вообще порадовал. Старичок вообще порадовал. Бреет пиздец. Не, Дедом Морозом не буду наряжаться. Надеюсь, что будет тур в следующем году. О, не знаю, когда я видел последний раз Диму, я сейчас не могу сказать. Ну, собирался в январе, наверное, в Берлин сгонять. Но увидел, что его в январе не будет вообще в Германии. Говорю, ребята, не будет батлов. О, Suicide Boys тоже прикольно слушаю, мне нравится. Фит с Эминемом. О, было бы круто, исполнилась бы моя, сбылась бы моя мечта. А Сап-Роки тоже прикольные. Чем занимаюсь? Домохозяйством занимаюсь, музыкой, бля, не знаю, воспитанием детей. Стараюсь быть хорошим мужем, вот этим занимаюсь. Какие новинки кино, я не знаю, что я смотрел. Я, по-моему, все фильмы уже новые смотрел, но сейчас что-то выделить. Не знаю. Как отношусь к Оксимирону? Никаких отношений у меня к Оксимирону нету. Или с Оксимироном. Не знаю. Не, посуду маме сестры уже моют. Уже мне не надо. Доб Диоди слушал, да, у них, по-моему, вчера или клип новый вышел, я не в курсе сейчас. О, привет, Васнобрык, братан, недалеко живет здесь. Пасешь свой баркас возле Монаганди. Не станешь ли ты возражать, если я приглашу... Google Play скоро появится, вся музыка, так что, ребята. Не хотел тебя смущать. Свою музыку, когда дам сыну послушать. О-о-о-о, 18 лет, ребята. Да, две сестры у меня есть, ребята. Если вы следите за моим инстаграмом, там же есть фотографии с моими сестрами. О, Mobb Deep очень круто. Вообще раньше юзил этих ребят. Нет, ребята, нету Артема больше в соцсетях, потому что вы его заебываете, нахуй. Он удалил свой сраный Facebook, потому что говорит, меня заебывают они, нахуй. Вот, наверное, с такими же, блядь, вопросами, блядь, на которые уже тысячу раз отвечали, блядь. Ну, вам просто его надо задать, чтобы вам еще раз, блядь, лично на него ответили, блядь. Ответ не шутка. Да, дочь моя. Не буду пропагандировать марки сигарет, короче. Да, смотрю порнуху, конечно. Сын будет, конечно. Почему я проиграл Versus? В кратком расскажу, короче. На Versus люди подготавливаются 4 недели. Я в этот момент как раз был в туре. Согласился батлиться, короче. И у нас было где-то 10 дней подготовиться. И так как я почти каждый день, блядь, у меня был концерт почти каждый день, и я жил в поездах,
маршрутках, автобусах, короче. Мне пришлось писать этот текст там. Но я не хочу оправдываться, и топор был лучше меня, конечно, и в том все, вся суть. Но суть в том, что, короче, было намного меньше времени подготавливаться, и как бы... Дочка третий будет, третий ребенок. Реванш хотел бы, ну только с Игорем как бы, да? Не знаю, чем будет заниматься мой сын, но надеюсь, не такой же хуйней, которой я занимался очень много лет. Во, когда в последний раз дрался, ебать... Я же взрослый человек, мне же 35 уже будет через пару месяцев. Ребята, я уже не дерусь, драться это, блядь, для хуя не знает. Последний раз дрался, наверное, лет 12 назад, может. Не, я не хочу фит с Оксимироном. Любимая порно-актриса. Нормально. Блин, ребята, кто такой Бамблбизи? Вот сейчас обязательно зайду на YouTube и посмотрю. Нет, не хочу фит с флером. С классом фит больше тоже уже не хочу. Как отношусь к букинг-машинам? Не знаю, я знаю... Мамая, как бы общался с ним два раза, может быть. Все, блядь, телефон садится. Да, играю в компьютерные игры. Может быть, сейчас сяду и поиграю в GTA Online, блядь, в GTA 5. Да, я католик. Ребята, мне похуй. Пусть меня диссит кто хочет, блядь. Пусть хоть сам Бог, блядь. Мне неинтересно, понимаете? Вы вообще не врубаетесь, что люди диссят кого-то, потому что, блядь, они хотят моего внимания, блядь. Например, если они пиздят и постят какую-то хуйню в Инстаграме, мне насрать. Обращать внимание на каких-то дебилов, я уже, блядь, 5 раз ответил на этот вопрос. Не стрёмно мне идти на Versus, потому что, блядь, я не хочу идти туда, где батлятся там всякие блогеры, вот эта вся хуйня, ребята, блядь. Понимаете, если бы это был, блядь, нормальный рэп-баттл, как, блядь, как в Америке или у нас здесь, блядь, рэпом Митвох, блядь, или Фойер über Deutschland, блядь, это бы было что-то другое, где батлятся исключительно только рэперы, блядь, а не блогеры, блядь. Легенды смотрел уже фильм. Майкл Джордан, любимый игрок баскетболя. И сейчас, конечно, да, Кинг Джеймс. Охуенно. Да, на русском смотрим. Каким спортом занимаюсь? Спортивной ходьбой, бля. Да, на немецком буду выпускать треки. Тимати не слушаю, но иногда заглядываю, что он делает там. Казахстан приеду с концертом, это приоритет, короче. Почему забанил страничку? Потому что, наверное, хуйню пиздел всякую, вот и забанил, блядь. Просто так я же тебя бы не забанил. Твиттеру пизда, потому что, блядь, сейчас мода пошла жаловаться, знаешь. Жаловаться на треки, блядь, на клипы, на всех, нахуй, короче, блядь. Фит со мной, сколько стоит? Не знаю, потому что не будет такого никогда. Не, ребята, не люблю Мерс. Мерс, если я захочу поездить на Мерсе, я вызову такси, короче, и прокачусь на Мерсе. Пошел бы в политику, да, стал бы канцлером Германии, блядь, и разобрался здесь со всеми. На альбоме достаточно фитов. У меня много татуировок.
Скоро еще больше будет. Посмотрим, ребята. Может, фотографии сделаю с Артемом, если он захочет. О, вот с Чечни еще никого не было. Привет в Чечню. Мне нравится Тесла. Если накоплю достаточно денег, то куплю себе Тесла. В чем смысл тело забивать? Есть некоторые вещи, которые я не хочу забывать. Поэтому я на эту тему бью себе татуху какую-нибудь. За 10 лямов я тебе на лбу хуй бы набил, да, стопудово. Придурок ты ебнутый, блядь. Дебил. О, привет в Татарстан. Не, не боюсь блогеров. Почему? Я же рэпер, я не блогер. Это не моя сфера. Почему набил Ice Cube? Потому что Ice Cube – легенда рэпа. И с Ice Cube почти все и начиналось. Даже те много текстов NWA, короче, писал Ice Cube. Поэтому... В Казань, привет. Старый BMW. Не знаю, нормальный. Но у меня был Ford. Я был тоже довольным. Удиви чем-нибудь. Чем? Могу хуй показать. Будет удивительно. Каких блогеров смотрю на Ютубе? Ну, блин. Бывает иногда что-то смотрю. Лев против иногда смотрел, вот, если была там какая-то картинка интересная. Что могу сказать еще? Иногда Соболева там смотрел с какой-нибудь хуйней, что-то, что она там рассказывает, а так. О, чипсы и колу поставили мне. А все, можем, короче... Да, порнуху посмотреть с Таней решили вот сейчас. Смотрел, конечно, фильм про NWA, Straight Outta Compton, охуенный фильм, понравился, из этих фильмов больше всех понравился. Смотри, типичная свадьба, что это? Не, в танчики не играю. А, Стоп Хам тоже иногда, ну, смотрел, если там выходило что-то. Ребята, с ребятами, короче... С другими, ну как, давно уже не общаюсь, как бы, с теми, с кем я общался раньше. У меня новая компания, у меня все хорошо, ребята, поэтому... Ребята, я знаю, кто такой Капитал Бра. Да, все. Да, вроде Капитал Бра даже украинец. У него, по-моему, этот трезубец там, по-моему, на всех его дисках. Потом. Таня, поищи фильм какой-нибудь крутой. Да, поддерживаю общение с классом. У нас, походу, сегодня прямой эфир только про классы, да? Не, борода, ее надо чуть это, поаккуратнее сделать. Сделаю. На днях. О, американский пирог смотрел. Прикольно. Попросили тебя показать. У меня не PS4, у меня Xbox. Сейчас напишу ему, спрошу, Артем, сколько раз ты посрал сегодня? Спрашивает. Твои фанаты с Фейсбука, из-за которого ты удалился. Так, ребята. Что там? Код 211. Чё, крутой фильм? На кого я учился? Крыши крыл. Выживший смотрел с Леонардо Ди Каприо. Охуенный чувак, короче, охуенный фильм вообще. Прикольно. Не знаю там, что Николас Кейдж, по-моему, снимается. Да, чувак. Роналду, охуенный, блядь, футболист, блядь, вот... Все, пожалуйста, блядь, сотый раз не задавай этот вопрос, блядь.
О, Веном, охуенный фильм, кстати, недавно смотрел, очень понравился. Марвел тоже круто. Моя жена любит Марвел фильмы. Все видео, ребята, пересмотрел. Месси или Роналду? Блять, скажу Роналду. Да. Да, конечно. Все Мосфильм, короче, вот эти все старые олдскульные российские фильмы вообще прикольно. Кавказская пленница, там, Джентльмены удачи вообще прикольно. Volkswagen или Audi? Volkswagen. Не, Audi, конечно.